хочу представить начальника отдела развития социальной сферы Ульев Павел Вячеславович. Можно вам слово, аплодисменты? Добрый день, ребята. Молодцы, что пришли сюда, поддержали наши начинания. Это первый конкурс такого плана в нашем городе. Я думаю, что он будет не последний, и количество участников у нас будет гораздо больше. Мы на вас посмотрим, как вы здесь соревнуетесь. Поэтому, ну а так, успехов вам. Представляете, что победит сильнейший. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас самое простое, что будет за сегодня, это разминка. Для этой разминки был приглашен специальный человечек, который будет сегодня сидеть в жюри. Это участник шоу «Танц» на ТНТ 2016 года, который не прошел, конечно, финал, но это мы не будем говорить. Что это было, Юля, по нашим аплодисментам? Повторяем. Буквально прям. Встаем вот так вот, приступаем лицо, лицом к ней. И держи, включаем песню. My house is cool. My house is black. My house is cool. My house is there. Итак, я думаю, мы начнем представлять наше жюри на сегодня. Дорогие друзья, Георг, продолжаем. День, дорогие друзья, и что ж, самое крутое, самое танцевальное, самое шикарное, самое лучшее жюри для начала. Опять же, давайте поаплодируем Юле еще раз. Первый член жюри Швардыгула Юлия, участница шоу. Достойно аплодисменты, друзья. А следующий у нас директор молодежного центра «Союз» Ивлева Юлия Алексеевна. Аплодисменты. Всем знакомые, полюбившиеся. А также у нас руководитель танцевального кружка и заведующего молодежью, каким-то, мол, отделением, наверное, молодежи. Да, это Бондаренко Кристина, друзья, аплодисменты. Все, жюри крутое, а вы еще лучше. Ребята, начнем наш стартив. И первым будет выступать, показывать лицо своей команды. Вы готовы? Это Димины Девы. Димы. Димины Девы, отлично. Сэм Скотт. Отлично. Но перед тем, как начать, Никита объяснит по-быстрому правила стартива. А, да, я думаю, стоило бы. Держи. Короче, будет 4 блока. Мы называем блок, да, допустим, связанный с танцами, звездами и все в этом роде. И говорим, допустим, танцы Стас Михайлов. Включается песня совершенно любая, может там Чунгачан включиться. А вы показываете Стаса Михайлова. Причем это должно быть командно, синхронно и прям энергично до безумия. За это хоть такой судья, жюри. Видите такие, о, шестая гимназия, красавчики, а эти тоже красавчики. Кто лучше, мы поставлю им. Один плюсик за одно движение, ну не движение, а именно вот это название. Вот, таких будет 4 блока по 10 после конкурса капитана. Все это безумие просто. Ваша энергичность, активность и танцы, дамы и господа, поехали. Итак, для начала, Димины Дивы, прошу. Аплодисменты, дорогие друзья! Аплодисменты диджею, сюда сидим. Команда Seven Squad!
Начнем же первый блок. Многоуважаемые жюри, ваш коридор специально для вас, прошу. Ходим, наблюдаем, ставим оценки. Напоминаю, за одно слово один балл одной команде. Итак, первый блок связан с красноармейском. У вас в Советском Союзе были испытания прекрасной машины. Катюша, покажите нам Катюшу. Что на кирпе в Пушкинском районе изображен Соболь. Покажите, пожалуйста, Соболя. Красноармейцы сейчас славятся своей лыжной трассой. Покажите лыжников города. Следующим заданием будет показать свое учебное заведение. Это прекрасное место. Поэтому покажите волонтеров города. День города Красноармейск, ребята. Что же вы делаете в день города Красноармейск? Последнее задание в этом блоке. Покажите самый лучший, самый красивый, самый лучший молодежный центр «Союз». Отлично, стоп! Следующий блок. Это блок танцев, дамы и господа. Танцы, прекрасные танцы. Конечно, я же уже про это говорил. И первый танец – это вок. Дальше идет
друзья, поехали! Латиноамериканские танцы! Латиноамериканский настолько же жаркий, но спокойный. Танец живота, друзья. Восточные танцы. Итак, покажите нам уездных пилотов, потому что мы пилоты. Вот и закончится второй блок, ребята, аплодисменты сами себе в первую очередь. А следующий блок у нас связан с звездами. Звезды русской народной эстрады. И первый это Баста, он же Нагана. У нас мужчина, а возможно и женщина, самый зажигательный певец, певица на Новый год, Верка Сердючка! Как Верка Сердючка, только новое поколение. Макс Коуз, друзья! Следующий исполнитель, вторая столица Российской Федерации, это Ленинград. Следующая группа у нас. Это группа Quest Pistols, ребята. Поехали! Поехали!
скобочках нет. Ольга Бузова! Давайте себе поаплодируем. Закончился еще один блок. Наступает последний, финальный блок. Нет! Жарко будет еще жарче! Потому что мы показываем сборную России по футболу! Зимнюю Олимпиаду! Покажите своих защитников Отечества. Отлично, покажите нам любовь. 14 февраля, день всех влюбленных. Каникулы. Как же проходят каникулы в Красноармейске? Покажите, пожалуйста. Сейчас по идее космонавтики, покажите нам ракету. А это последнее, что есть у нас в этом блоке, а он блок последний. Покажите нам наших прекрасных судей, наше жюри и фотографа. Решает ход капитаны. Давайте капитаны в круг. Итак, капитан первой команды. Как тебя зовут? Давайте поаплодируем Дарье. Итак, капитан второй команды. Как тебя зовут? Дима. Давайте поаплодируем Дмитрию. Юлия. Первый раунд. Поехали. Так, девочка.
посмеялись? Капитаны готовы? Итак, дорогие друзья, шоу-танцы в Красноармейске продолжаются. Погнали! Отлично!